Уральские синоптики рассказали, какой будет погода в последние дни декабря и новогодние праздники. По их прогнозам, в Свердловскую область уже скоро придут морозы, а затем потепление. 30 числа еще пройдет волна холода. К Новому году, вот так рассчитываем на то, что погода все-таки смягчится, большого холода не будет, все будет достаточно умеренно, на уровне 15-20 ночью, может быть, там 8-13, 10-15 градусов 1 числа в днем. Первые числа января выдадутся умеренно морозными. По прогнозу, температура в дневное время будет держаться в районе 12-17 градусов. Кроме того, начало года пройдет практически без осадков. Небольшой снег ожидается только 1 и 2 января. Также синоптики подвели погодные итоги уходящего года. 2020 год может побить рекорд и стать самым теплым за последние 25 лет.